стиле доверия к развитию, оценочной конструкции, визуального ряда и манипуляции. А рейтинг поток рода можно, например, наблюдать некоторые передачи, ну, например, известный интернешный цикл «Дачный ответ». Есть еще один нюанс, убедительно аргументирующий необходимость творческого подхода в модерации стоперов на телевидении. При потенциальной эффективности использования средств импульсивного воздействия в рамках продуцирования телерекламы, что не ставится под сомнение, отечественные рекламодатели к размещению рекламы в формате стоперов относятся все еще настороженно.